Всем привет! Всем привет! Это снова мы. У нас сегодня чудесная погода, хоть и холодно, минус 2 на улице. Вчера даже снег у нас лежал утром, когда мы проснулись. Картина была интересная. Мне кажется, знаете, вот кто нас смотрит там где-нибудь с Краснодарского края, да, они думают, нифига себе, да, просто. Просто у нас снег лежит. Конец апреля, да, и снег. Смотрите, вы в шапках, в куртках, в кофтах. Ну, холодно, у нас на улице холодно вообще. Вода еще в бачке перемерзла, блин, омывайка. Вот, у нас, ну, вчера выпал снег, гололед был. Ну, то есть, прямо выпало много снега, было очень холодно. Было, ночью сегодня было минус 8. А вчера что-то было, по-моему, минус 6. Днем было минус 6, ночью минус 8. А сегодня вот плюс 6 будет днем. Поэтому, а до этого, да, было плюс 20 у нас. Да, было такое. Жесть, конечно. Мы сейчас поедем на остров Татышева и будем, наконец-то, кормить уток и сусликов. Наконец-таки мы взяли с собой еду для них, поэтому они будут сегодня рады нас видеть. У нас вот такие вот пакеты с собой. Да, мы взяли пекинскую капусту, морковку и остатки каши. Мы же каши по утрам едим. Мы, короче, в интернет зашли, почитали, что там уткам можно. Им можно вареную там морковку, все такое. Крупы, короче, тоже вареные. Да, все вареное. А у нас морковки вареной не оказалось, а вот каши. Каши как раз были в остатках. Там по чуть-чуть той. И мы вот решили каши им с собой морковка взять. Пойдет у нас для сусликов. Я надеюсь, утки не будут отбирать сырую морковку у них. И все будет в порядке. Ждут нас ребятки, смотрите, как встречают, видят, что мы с пакетами идем, а мы вот такую машину поставили, и эти сразу бегут тут как тут. Надо с дороги отойти, сейчас так эта здесь машина поедет, наверное. Смотри, они пошли все туда, сюда пойдем, бегут. Это, с дороги. Все, топает. И голубь. Нифига, пошли пойдем туда. Пойдем. Фу, у меня сейчас все руки будут в этой каше, блин. Капец. А у тебя есть салфетки? Надо было салфеток с тобой взять. Есть. Немножко. На одну руку тебе хватит точно. Морковка-то, видишь, морковка и капуста как бы, ну, пофигу. А вот я в каше рукой там ковыряюсь. Там теперь такая куча. Все вместе. Все, там закончилось, обратно бегут. Мне кажется, они видят пакеты все и сразу начинают бежать. Пойдем на ту полянку. Смотри, смотри, как он за нами бежит. Они такие голодные. Кто в Красноярске живет, приезжайте на Татышево, кормите голодных этих. Смотри, они прям голуби, смотри, жрут этот кашу. Ну а что тебе голуби? Видите, слепая, смотри, какая-то утка. За хвост, смотри, таскает. Ничего себе, да, какой? Вообще, ну, не корми его. Он плохой. Да. Нифига себе, он прям на лету, видела, хватает. Смотри, он всех разгоняет. Он наглый такой. Покрякивают такие. Нифига они как жрать хотят, да? Ну. Голубей столько. Ничего себе. Тоже хочешь? Ну на. Все, убежала. Половину растеряла. Ты тоже хочешь? Ну на. Голуби, смотри, нападают сразу. Да. Что голуби здесь это все столпились, а утки самые голодные прибежали, остальные там где-то ходят. Ну пойдем дальше, наверное. Ну пойдем, этих покормили маленько. На еще. Маленько перекусили, хватит вам. Там смотри, вот они так смотрят, что, блин, это. Ну на, на. Че вы? Голуби их разгоняют. Они не хотят. Голуби, ну, нападают и все.
Вон, смотри, еще идут, видишь? Топают, топают. Вон и суслики. Осталась каша, которая, знаешь, такая, она прям, ну вот каша, ее не взять. Там это ячневая, наверное, вчера варили, которую. Да, да, это ячневая. На. Кря-кря-кря. Будешь? Ну, кидаем. Сейчас, вон, дощечку надо. На. Иди ешь. Все, распугал всех. Никому не надо здесь. Что они, слепые или тупые? Не знаю. Ну ладно, съедят. Пойдем, ладно, дальше. О, смотри, смотри, одна пошла, пошла. Эти бегут, вон, смотри, вон. Бегут вон. Утки бегут, голуби летят. Ну все, сейчас все там подметут, подчистую. Сейчас здесь уток покормим, а там дальше уже будем сусликов кормить. Пойдем, вон там еще утки есть. Еще надо будет этим сусликам-отшельникам оставить маленько, которые на той стороне острова. А-а-а. Это яблоневый сад. Там их очень мало, но они там тоже есть. Так. Дай мне морковку вот. Или капусту. Да, на, держи, а то у меня все руки в каше. Я вон, смотри, вот этих кормить. Суслик вон сидит, видишь? Жирненьких. Вы только посмотрите на этих, как зайчики. Так, я хочу пакетики поставить. Я надеюсь, они не заберут у меня эти пакеты. Держи. Что-то забрал и бросил. Суслики тоже кашу едят? Ну, конечно. Ничего себе. Кашу все едят. Голуби, видишь, налетают сразу. Смотри, из дырки, смотри, такой торчит вот башка, вот-вот. Прикольный такой. Сейчас я тебе что-то дам. Надо отойти, видишь, сейчас голуби все сожрут здесь. На, держи. Так аккуратненько взял. Слышишь? Да. Ну, уже поздно. Ой. Я уток хотел покормить. Ну, а ты так их и не покормишь, потому так нужно что голуби... отойти, они боятся, отойти надо. Надо положить и уйти, а не сидеть там. Да голуби все равно все съедят. Да нет, вон утки, видишь, тоже едят. Это, смотри, нифига, у него весь клюв, смотри, в кашу, он прям вообще жрет просто. За всех просто. Он самый голодный, видимо. Этот кусок, смотри, схватил и побежал. Ну что, проглотить-то он не может, бедный. Фу, какой шмар у меня. Все в каше вообще, все руки, все в каше. Вот, ты тоже хочешь? На. Тоже кашу жрет. Убежал. Утки что-то, видишь, они боятся, когда каша падает, она разлетается, они почему-то боятся. Потому что здесь их каша, мне кажется, вообще никто не кормит. Ну ты голодаечка. Ой, куда-то убежал. Голодаечка. Я тут пока пакеты эти открою. Он сидит. Так, давай мне салфетки. Так, у нас тут сейчас... У меня и куртка вся в каше. Вот, все, что есть. Суслика где-то нету, да? А, вон они все, там далеко. На солнышке греются. О, малышня. М? Малышня себе, подоспела. Да? Тут есть некоторые такие прям жирные. Вот есть кто аккуратненько берет, а есть кто прям лапами выдирает.
пока ты думал, второй более смелый кушает, сидит. Жрет такой, давайте. Ой, меня тут окружили. На. Ворчит. Они не хотят капусту, смотри, они за морковкой. Внутри жрет такой, сидит. Ну, прям рядышком сидит такой, кушает. Сразу не отходя от кассы. Думаю, сейчас съем. И мне еще дадут. Ну, вон у тебя на полу валяется. Хрустит так прикольно. Голуби тоже тут трутся. Каша закончилась, все. Идите куда-нибудь. К другим кормильцам. И уточки вон сидят, греются. Смотри, солнышке. Вот он прямо возле меня сидит. Так. Меняем. У меня капусту ел, у тебя морковку ест. Капусту меняем на морковку. Прям рядышком так сидит и не боится, да? О, смотри, вон вообще. С пакета хочет взять у тебя. Ой-ой-ой, ворчун какой. Не пускает никого. Да вы чё, блин? Лёжа кушает, смотри. Сейчас будет драка, мне кажется. Ой, какой ворчун. Лежит, лёжа ест и ворчит. Сейчас, подожди. Подожди, сейчас на меня залезет уже. Дай ему, вон, то просит. Этому, видишь, прям из рук надо. Какие вы ворчуны, ё-моё. Ну ты чё так берёшь неаккуратно? Интересно, почему он лёжа ест, все стоя, сидя, да? Да чё ты ешь давай, я тебе дал же. На. Хоть голуби отстали от нас. Сейчас забрали капусту. Ну, ворчун. Кошмар какой-то. Ой, меня тут из рук забирают. Да вы что нападаете на меня? Давай, иди сюда. Вон сколько у меня много. Ой, из земли забрал. Есть, кто прям вообще не боится подходить, а есть вот, которые, видимо, мелкие еще. Они более такие шугливые. А этому надо, смотри, поднимать, короче, и давать ему, он так не ест. Все такие разные, да? Их очень много, вот смотрите, по всей полянке. Вот они убегают далеко, видимо, каждый на свое место садится. И там кушает. О, да, и этому. Что, тебе надо еще? Кому-кому? Только одному. Еще один бежит. Ой-ой-ой. Нет, ты что, под меня залез, Лёв? Видишь? Да. А знаешь, почему? Он, наверное, спрятался, чтобы никто не трогал. Наверное. Иди сюда. Он какой дикий. Дожевал. Есть, кто прям так аккуратно-аккуратно берет. Есть, кто прям накидывается. Оп. По очереди. Смотри, голубь тоже пытается.
Сидят все морковочку грызут. Все, смотри, едят, сидят. Ну, маленький сидит, боится. Пойдем их. Дальше? Пойдем. Ой, кричит. Они так просят, да, вообще? Ну, как вот уйти дальше, когда он сидит вот и просит, своими жалобными глазенками смотрит. Нифига себе, да? Смотри, он уже по мне прям ходит, вообще обалдел. Они прям уже на меня залазят, прям на кроссовки мне залазят. Блин, как бы не наступить. Чё ты их дрессируешь? Ну я боюсь, чтобы у меня за руку не хватанул. Ой, они прям напрыгивают. Смотри, он на мне сидит, видишь? Ой, он такой прикольный, смотри, гладенький такой. Он прям на меня уже залез вообще. Не нравится ему капуста. На, морковку дай. Не, дай мне побольше, я боюсь такую давать. Ой, по мне тоже тут, оказывается, ходят. Ой-ой-ой, как поросята визжат. Тебе ничего не осталось уже. Утки же морковку не едят, вареную только. А этот что-то так и сидит в своей норке. Что он какой-то больной, наверное. Ты будешь есть? Всем скакал. Какой не быстро бегает, ой, здрасте. Мы решили идти дальше. На той полянке мы их кормили. И все, и пока идем, они тут к нам подбегают, просят. Вон еще один бежит. Здесь такие жирненькие. Нет, ты что там боишься? Я держу его лапы. На меня такой облокотился. И стоит. Следующий. На, тебе тоже. Пойдем. Все равно, мне кажется, кто здесь, вот их больше кормят, чем те, которые там дальше. Ну, пойдем дальше, здесь пойдем. Здесь уже всю еду раздают, и тем уже ничего не остается. Сено. Этот набрал сена и побежал куда-то. По делам. Так смешно ест, да? Там он тоже кормят. Пойдем. Что-то мы так подзамерзли. Ты где там потерялся? Ну, что-то холодно, ага. Руки прям замерзли. Ну, конечно, холодно. Хоть и солнышко светит, но все равно. Ну, главное, что ветра нету. Просто морозно как-то. Я до сих пор, да, вот удивляюсь, когда, представляешь, да, вот люди смотрят, у кого тепло. Это... У нас такие носы красные, мы в шапках, в куртках. В шапках, ну, в пуховиках идем такие, капец. Холодно. Это уже плюс 30. Кстати, напишите, из какого вы города и сколько у вас градусов. Очень интересно почитать, посмотреть. Мы решили пройти кружочек. Он такой где-то минут, наверное, на 40, да? Ну да. Минут 40, час, вот так вот мы где-то его проходим.
Мы частенько проходим здесь. Вчера тоже здесь были. Но что-то ничего не снимали. А вчера мы просто пришли, прогулялись быстренько. И все. Ну просто если мы будем каждый день одно и то же вам снимать, тоже будет неинтересно. О, суслик сидит. Он маленький, он, наверное, будет очень шутливый. Утки. Голодные. Вы такое не едите. Не едят, смотри. Твердое, потому что. Ну да. Кашу мы всю раздали уже, извините. Есть такой обрыв. Дальше пойдем. Пойдем на Енисей посмотрели, пойдем дальше. Да, красиво тут. Очень классно утром здесь гулять. Практически никого нету. Ну, плюс еще будний день, видишь, и холодно. Ну, сегодня как бы солнечно, поэтому я думаю, что к вечеру здесь очень много будет людей. Здесь очень много людей, знаешь, когда лето, выходной. Выходной, да. Тепло, все, машину вообще не поставить, все занято. У меня такое ощущение, что остров сейчас утонет. Парочками ходят утки. Еще один голодный. Главное подальше унести, чтобы никто не отобрал. Смотрите, мы нашли снег. Последний снег. Опа! Снег, ребята, у кого плюс 30? Можете взять, охладиться. Нифига себе, да? Вон, вот, полно еще лежит. Да, он еще не растаял со вчерашнего дня, да? У нас во дворе тоже снега полно. Где машины, короче, не ездят. Там снег лежит еще. Ну да, и где тенечек в основном. На солнце-то все равно тает. Вот где тень, видите, от деревьев. Там снег лежит. Я очень надеюсь, что это последний снег. Ну уже хочется тепло, да. Я помню, мы как-то какой-то год, да, ездили в Хакасию в мае. Да, отдыхать. Загорали, там плюс 30 было. Ну, а сейчас вон, просто минус 8, да? Обалдеть. Мы с Колей по яблоневому саду ходим. И тут суслики есть, но их очень мало. И они такие немножко дикие. Ну, боятся что-то. Отшельники. Я им в эти в норки накидал. Пускай. Хотя они тут бегают. Видите вот этот пенек? Я думала, это суслик. Своим зрением. Здесь столько сусликов. Ну, что-то никого нету. Там маленько видели в начале. А это как раз-таки яблоневый сад вот и есть. Угу. Видите, да, яблоньки? Скоро будут уже, яблочки. Кстати, почки смотри какие. Ага. А так прикольно, идешь по Татышеву, хоп, такое яблочко съел, дальше пошел. Ну, да, прикольно. Мы уже почти дошли до конца. Нам осталось немножко свернуть. Кто вот знает... Гуляет здесь тоже частенько. Ну вот налево. И все. Минут еще 15, и мы возле машины будем. Все, и поедем в сторону дома. Да, надо заниматься кушать делами. Хочется. Кушать. Короче, надо, ну. Готовить сначала надо что-то. Ну кушать. Да. Потом кушать. Макса со школы еще забрать надо будет. Я, наверное, буду кушать и готовить, Коля поедет за Максом. Ну да. С утра классно вот так вот прогуляться и потом уже своими делами какими-то заниматься. У нас классно, сегодня выходной. У нас как бы с Колей два раза в неделю выходной. И вот мы, наверное, будем стараться что-нибудь снимать в эти дни.
Мы просто с утра вот так вот встали, пошли прогулялись, набрались сил, и можно заниматься теперь уже делами.